Дамы и господа, сегодня у нас конверт с марками серебряной монетой, приуроченной к чемпионату мира по хоккею, который состоялся в Норвегии в 1999 году. Конверт вышел в Швеции ограниченным тиражом, всего 3000 конвертов вышло, марки норвежские. Монета княжества Андоры. Вот. На фотографии у нас хоккеисты сборной Швеции и Финляндии на фоне шведского флага. Монета серебряная, 3 девятки, 1 унция, красивые марки. Норвежские шикарные марки. Здесь у нас на фотографии хоккеисты сборной Австрии и Норвегии. Здесь у нас хоккеисты сборной Швеции и Норвегии. Так как марки норвежские, то и на обоих марках хоккеисты сборной Норвегии изображены. Символ чемпионата мира. Кстати, чемпионат мира прошел в 3 городах Норвегии, в столице Осло, в Лиллехаммере и Хамаре. С 1 мая по 16 мая. Проходил чемпионат мира, 3000 штук тираж. Символ очень красивый, белый мишка. Вот. Монета очень красивая, кстати. Княжество Андора, 10 динаров 1999 года. 3 девятки, унция. Пруф. Очень шикарная монета. Вот. Герб. Очень нравится мне герб Андоры. Очень красивый герб. Шикарная корона. Очень красивая. 10 динаров, значит. Это 99 год, уже с 2000 года, по-моему, уже в Андорре тоже евро. Как бы, по-моему, насколько я помню, они официально как бы в Евросоюз не входят, но валюта у них, по-моему, тоже евро. Вот такие красивые монеты. У меня их 4 конверта, поэтому я говорю монеты. Шикарный просто герб. Я думал, их 2 разновидности. Другой, есть второй еще конверт, но там уже серебряные украинские. Большая украинская монета, хоккейная тема. Я думал, у меня она есть, но у меня этой, к сожалению, нету. Надо будет приобрести. 4 конверта у меня разными номерами. Вот. Есть 311. Здесь. Вот такие красивые конверты у меня в коллекции, дамы и господа. Хотел вам сегодня показать. Спасибо за просмотр. Всем мира и здоровья. Берегите себя, не болейте. Спасибо.